Этот видеоролик – презентация моего нового мастер-класса по авторской будуарной кукле Тиона. Эта кукла интерьерная, коллекционная, она служит для украшения интерьера, но может также являться и игровой куклой, потому что у нее все очень подвижно. Ручки, ножки, все у нее шевелится, кукла может принимать разные позы. Вы хотите своими руками сделать такую куклу? Если хотите, то пишите, я вышлю на ваш электронный адрес очень подробные видеоролики в формате MP4. По этим видеороликам вы вместе со мной, под моим руководством, сделаете подобную красавицу. Новички обязательно справятся, потому что свои видеоролики я именно для новичков и создавала. Для тех, кто всегда мечтал научиться сделать авторские куклы, но не знал, с чего начать. С уважением, Татьяна Полевщикова.